Всем огромнейший привет. Ну что, мы с вами катапультировались прямо в Киржач, к светофору. До 8 вечера работает, пока что еще не на летнем режиме. И посмотрим на новинки. Ого, тут завезли грунт, да тут завезли лейки, да тут завезли баки, да тут чего только нет. Сейчас все поподробнее разберемся, возьмем только тележку. Грунт, я вижу, что ценника здесь нет, но он, скорее всего, дальше. Или поставленный кран Фазенда. В общем, завезли 60 литров. Мы с вами его уже подробно разглядывали. Там никаких особо нет опознавателей по поводу состава. Ну и так понятно, что он на основе торфа. Дальше бочка 50 литров, дачная с крышкой. Так, аккуратно. 778 рублей. И дублирующими ручками, еще усиленными ручками, винтовой крышкой. Так, ну-ка, значит, вот здесь ручки, вот здесь дублирующие, что ли. И самое главное, пищевой пластик. Но у меня лет 5, а то и 6 прослужили такие бочки, даже на морозе стояли. А потом, вот еще ручки. А потом уже начали трескаться. Вот они дублирующие, очень удобно. Если здесь что-то пойдет не так, то, пожалуйста, дублирующие. И что же, смородина тут красная, ранняя сладкая, зимостойкая, ядреная урожайная, пигмей черная, высокоурожайная, красная ненаглядная, тоже урожайная, сладкая зимостойкая. Ну и пошло тут дальше деликатес, ранняя сладкая, транспортабельная. И что здесь? Вот огни Москвы, самая яркая, это сирень. Ой, какая, правда, что нано-пурпуре, обильно цветущая. Кандиссимо сорт ДЦ. Ну какая прелесть. Спирея японская Антони Ватерер. Смотрите, какая красивая розовая. У меня есть белая. Элегантиссимо. Лейки, лейки. Вы посмотрите, хватит на всех. Всем по 5 леек в руки и вперед. Бочка. Опять к ней вернемся. 778 тоже хватит на всех. Из новинок бассейн каркасный в этом году Экос 305 на 76 сантиметров, 4485 литров, 6259 Китай. Вот он, в этом году он каркасный. В прошлом я тестировала бассейн, но он был бескаркасный. Просто вот здесь вот с надутым таким кругом, который его держал. Тестирование можно посмотреть по ссылке внизу. А этот уже, видите, на каркасе, это намного лучше. 76 в высоту и 3 метра в диаметре. Легкая сборка, износостойки ПВХ, 3 слоя. Да, вот ПВХ я подтверждаю, здесь очень хорошего качества. Ну и смотрите на размер уже. Если вам нужен небольшой, то этот пойдет. За небольшим бассейном удобнее ухаживать, между прочим, это тоже плюс. И здесь усиленная система крепления каркаса, как написано. Кроме всего прочего, еще шатры-тенты привезли. 2712, Китай. Вот оно все. 3 на 3 метра с москитной сеткой. Произведено в Китае. Да, пока что его здесь не собрали, не разобрали. Посмотреть нельзя. Но по волшебству Ютуба я картинку прикреплю к этому видео. А, да вот же оно. 3 на 3. Смотрите, прелесть какая. 4 москитные сетки. Тип открытый, то есть без шторок. Просто сетка вокруг. И как бы крыша из ткани. Высота до верха 235 сантиметров, тип открытый. Использование для защиты от солнца и дождя во время отдыха под открытым небом и на молнии. Шатры-тенты 3 на 3 и 2,35. Полиэстер, 4 москитных сетки, Китай 2712. Вот смотрите, какая прелесть. И вот оно что, батут 8 дюймов с сеткой. Диаметр 244, высота 150. И общая высота батута 200 сантиметров. Гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, полипропилен и еще терилен. В составе батут, мягкое рамное покрытие и защитная сетка. Вот она сетка снаружи, молния, сам батут и ножки. Максимальная нагрузка 110 килограммов. Китай. И смотрим. Так, 10-255. 8 дюймов. Шланг саморастягивающийся с распылителем 30 метров Велес 432 рубля. Смотрите, вот он, легкая коробка. От 10 до 30 метров растягивается. Да еще с распылителем в комплекте. А, он тоненький. Это 1/2, скорее всего. Ну-ка посмотрим, что пишут.
Так, при наполнении увеличение до 3 раз. Для мойки машин, для полива, для мытья окон и фасадов, для мытья дачного бассейна. Ну вот если бассейн будете приобретать, то шланг, конечно, тоже желательно. Конечно, он такой на один сезон, потому что внутри у него слабое место. Это внутренний такой резиново растягивающийся шланг. Ткань-то это выдержит, а все остальное у него слабенькое. Здесь может выскочить. И видите, насадка на любой кран, да еще винтиками можно привинтить. Такая, как воронка. Ну, в общем, 50 на 50 тоже. Ну, 432 рубля. И шланг внутри. Ткань внутри резиновый такой. Второй шланг, насадки, переходники. И вот он сам распылитель. Тоже у него несколько тут функций. Вот и душ, и толстая струя, и тонкая струя. Вообще, сам вот этот можно потом использовать для других шлангов, если сам шланг накроется, как говорится. Опрыскиватель помповый 6 литров, 619. И смотрите, как он называется, наша Маша. У меня есть секретики, как сделать так, чтобы он не травил воздух. Тоже ссылка под видео внизу. Все тестирования, испытания. Фигурка садовая 405 рублей. Белочки, зайчики и, по-моему, панда и, по-моему, еще ежик там. И похоже, что это доломит. Вот, послушайте, видите? Очень похоже на доломит. В общем, на зиму их точно нельзя в саду оставлять, убирайте в тепло. Искусственный газон опять привезли. 2 на метр рулон, высота 7 миллиметров. Китай, 456 рублей. Вот это отличная штука, кстати, кто делает уютные балконы, какие-то террасы. Ну, в общем, можно ходить босиком по нему. Приятный такой, как искусственная травка. Видите, он на нетканой, вернее, даже на тканой основе. Такой коротенький совсем в этом году. Да, ну, в общем, вариантов применения масса. Размер 1 на 2 метра. Вор 7 миллиметров, ну да, практически сантиметр. Так что имейте в виду, завезли уже. Смотрите, какими ровными стопочками. Опять тюль на шторной ленте 150 на 260, 430 рублей. Это все синтетика, но зато, смотрите, есть одного цвета, одного оттенка можно подобрать. Да, смотрите, один открыт, мы сейчас заглянем. Вот, видите, все подшито, шторная лента внутри. Ну, я тоже все покупала уже, и тюль, и шторы, и портьеры. Мы с вами все это подробно видели, тестировали, показывала я в развернутом виде. И имейте в виду, не забывайте, что здесь одна штука внутри, 150 на 260. То есть, чтобы была у вас пара, нужно покупать две упаковки. Кстати, смотрите, портьера. Помню, кто-то хотел белого цвета именно. Есть они, и бежевые есть. По две можно найти вполне. Портьеры поплотнее ткань. Тоже 150 на 260. Открыли, постирали, и можно вешать, потому что все там уже готово. Есть даже детские мотивы, смотрите-ка. Какие красивые пледы. И цвет такой, и не коричневый, и не бежевый. А что-то такое, знаете, вот как роза чайная, что ли, но только чуть потемнее. Пыльная роза, наверное. Пиноли Well Soft 200 на 220, 668. Россия написано. Ой, а какие тяжеленькие. Годятся и в подарок. Красивая упаковка. Что тут еще пишут? Well Soft. Да. Приятная. Ну-ка, краешек бы найти, еще посмотреть плотность, толщину. Не хочется упаковку нарушать. Ну ладно, если увижу раскрытую, мы с вами глянем. Какая прелесть, красота и нежность. Посмотрите, вышивка гладью, наборы для творчества, одуванчики, уточки, притом разные. Одна ныряет, другая плывет. Что тут еще? Лягушка. Да, лягушонок. Сейчас все посмотрим внимательно. 262 рубля. Набор для творчества, вышивание гладью в наборе канва с нанесенным рисунком. Россия. Очень-очень должно получиться великолепно. Красиво. Канва, пяльцы, мулине, 13 цветов и схема вышивки. Посмотрите, пяльцы даже внутри. И раскрой свой творческий потенциал. Уточка ныряет, уточка плывет. Лягушонок под водой, даже там пузырьки воздуха. Какие еще?
Просто прелесть. Вот здесь есть мелко очень, но тоже еще какой-то букет с цветами сиреневый. Ну-ка, сейчас буду искать. Интересно стало. Нет, из цветов все, я все прошерстила, как говорится. Из цветов только одуванчики, но они тоже, смотрите, такие воздушные, красивые, как настоящие, как живые. Лягушата и две уточки. Вот. То, что там еще должны быть, как видно, вот здесь букетики какие-то. Вот букетик очень красивый, сиреневый, беленький. Этого нет, все остальное есть, вот кроме этих двух. Ну, прелесть, да еще и пяльца внутри. Это находка. 262 рубля. Показываю содержание. Пяльца пластиковые, но с металлическим винтом. Мулине, намотанные на картон. Уже достаточной длины, достаточного количества для вышивки. И сама вот она. Да, схема с цифрами. Вот все показано, где какой цвет. Внутри канва, темная, притом ткань. Игла толстая. Нет, две иглы и не очень толстая. Ну, как раз все, что нужно, есть. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо вам за комментарии, за лайки и подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Присоединяйтесь ко мне в Дзене, ВКонтакте, в Телеграме. Все ссылки вы найдете внизу под видео. В Дзене у меня к тому же выходят краткие статьи без звука. Без звука удобно читать в транспорте, а также много-много фотографий. А в Телеграме у меня выходят быстрее всего анонсы, новинки, фотографии. В общем, вся самая актуальная информация. Присоединяйтесь, всех жду.